Легенды Крыма. Султан Салэ. Джанкойская легенда. И 100 лет назад развалины Султан Салэ стояли такими же, как теперь. Бури и грозы не разрушили их. Видно, хорошие мастера строили мечеть Султана Салэ, и зоркий глаз наблюдал за ними. А был Салэ раньше простым пастухом, и хата его была последней в Джанкое. Какой почет бедняку! И не смел он переступить богатого порога. Но раз, выгоняя коров на пастьбу, Салэ зашел на ханский двор и увидел дочь Бека. Есть цветы, красота которых удивляет. Иные плоды заставляют забыть всякую горечь. Но у цветов и плодов нет черных глаз, которые загораются любя. Нет улыбки, что гонит горе. И в движении нет ласки, отражающей рай пророка. Салэ понял это, когда поднималась по лестнице Рисамхан. С тех пор перестал есть и пить бедный пастух, а старуха-мать потеряла покой. «Что случилось?» – спрашивала она сына. И молчал Салэ. Но внезапно умерла Рисамхан от рыбьей кости. И когда узнал об этом Салэ, не стало в лице его кровинки. Тогда открылось все матери, и поняла она, отчего обезумел сын ее. Бедный Салэ, который ночью принес тело девушки, вырытое из могилы. Жемчуг бывает разный. Жемчуг слез, которые родились в любви, самый чистый из всех. Плакал Салэ, обнимая тело, и от дыхания ли любви, от горячих слез его стало теплым тело. Бросился Салэ к матери. И в простоте сердца сказала мать, что не умирала Рисамхан. И, устранив кость, оживила девушку. Но как только Рисамхан открыла глаза, поспешил Салэ укрыться от ее взора. Ибо самый малый камешек может смутить чистоту вод хрустального ручья. Тронуло сердце девушки такая любовь, а великий Аллах дал ей не одну красоту. Долго помнил потом народ Джанкой мудрость Рисамхан. И поняла она, что есть и чего нет в пастухе. «Пусть пойдет», — сказала она старухе в Кефеде, — «на пристань. Там сидит Ахмед Ахай. Он даст Салэ на копейку мудрости, на копейку другой». Проник в душу пастуха Ахмед Ахай своим взором, когда пришел Салэ к нему на пристань и дал совет. «Один. Помни не то красиво, что красиво, а то красиво, что сердцу мило. И другой. Цени время. Не спрашивай того, что тебя не касается». Улыбнулась Рисамхан, когда мать пастуха рассказала о совете Ахмед Ахая. «Пусть так и делает. И я скажу. В Кефеде стоят корабли. Хорошо будет, если возьмут Салэ на большой корабль. В чужих краях он узнает больше, чем знают наши. И тогда первый бек не постеснится принять его в дом». Вздохнул Салэ. Просил мать укрыть Рисамхан, пока не вернется. И, нанявшись на корабль, отправился в дальние страны. И не вернулся назад, пока не узнал море, как знал раньше степь. В степи ширь и в море ширь, но не знает степь бурной волны, и тишь степная не страшит странника. Когда корабль Салэ был у Трапезундских берегов, повисли на нем паруса, и много дней оставался он на месте. Тогда послали Салэ и других на берег найти воду. У черной скалы был колодец, и корабельные поспешили спустить в него свои ведра, но не вынули их, потому что кто-то отрезал веревку. «Нужно посмотреть, кто», — сказал Салэ. Однако из страха никто не полез. «Не полезу, все равно пропаду», — подумал Салэ и спустился к воде. У воды в пещере сидел старик, втрое меньше своей бороды. Перед ним красавица-арабка кормила собаку, а вокруг стояло 33 кола, и на всех, кроме одного, торчали человеческие головы.
Сабаны Хайр Раусун приветствовал Сале старика. И на вопрос, как сюда попал, присев на корточки, рассказал, как случилось. Усмехнулся старик. Если у тебя есть глаза, ты должен видеть, куда попал. Как же ты не удивился, не спросил, что все это значит? Есть мудрый совет, отвечал Сале. Не расспрашивай того, что тебя не касается. 6 раз икнул волшебник и встала торчком его борода. Вижу, ты большой мудрец. Скажи тогда, что красивее, арабка или собака? Не задумался Сале. Не то красиво, что красиво, а то красиво, что сердцу мило. Плюнул в ладонь старик и, замахнувшись ятаганом, снес головы арабки и собаки. Когда раз ночью пришел к жене, я нашел чужого. И, по моему слову, женщина стала собакой, а мужчина – женщиной. Ты видел их. Потом приходили люди, не ответили, как ты. Зато бараньи головы их на колу, а твоя останется на плечах. И старик наградил Сале. Кроме воды, вынес Сале из-под земли ведро разных камней. Не бросил их назад в колодец, как советовали корабельные, а послал с первым случаем к матери в Джанкой. Пожалела мать, что камни, а не деньги, подумала, потерял Сале разум. Но Рисамхан сказала старухе, чтоб позвала богатого караима. И караим отдал за камни много золота, столько золота, сколько не думала старуха, чтобы было на свете. А через год возвращался Сале домой. И на пути в Джанкой встретил табуны лошадей, и отары овец, и стада скота. И когда спрашивал, чьи они, ему отвечали, аги Сале. Верно, новый богач Джанкой, думал Сале, и не подумал о себе. Много лет не был Сале в Джанкой и не узнал деревни. И упало у него сердце, когда не увидел своей хаты, а неподалеку от места, где она была, стоял на пригорке большой дом. Должно быть тоже аги Сале. Когда петух пьет воду, он за каждый глоток благодарит Аллаха. Таким был Сале с тех пор, как ожила Рисамхан. Теперь поник он головою и в печали сел у ограды нового дома. Но когда ждешь кого, зорко видит глаз. И увидела Рисамхан Сале у ограды и послала старуху-мать позвать Сале в его новый дом. Если падаешь духом, вспомни о Сале и улыбнись его счастьем. Может быть, и к тебе придет оно. Первым богачом стал Сале на деревне, первым щеголем ходил по улице, а когда садился на серого коня, выходили люди из домов посмотреть на красавца джигита. Увидел его старый бек из башни ханского дворца, послал звать к себе. 3 раза звал, прежде чем пришел к нему Сале, а когда пришел, позвал бека к себе в гости. Угощал Сале старика, и не знал старик, что подумать. Никто, кроме Рисамхан, не умел так приготовить камбалу, поджарить каурму. Если бы Рисамхан была жива, отдал бы ее за тебя. И тогда открыл Сале беку свою тайну. И 40 дней и ночей пировал народ на свадьбе аги Сале. Через год родился у бека внук, и стали называть его султаном Сале. Когда султан Сале стал старым, и не было уже в живых его отца, построил он в его память на том месте, где стояла прежде хата, такую мечеть, какой не было в окрестности. Много воды утекло с тех пор, не только люди. Переменились камни, в Джанкою не стало татар, и давно уже живут греки, а стены мечети султан Сале стоят, как стояли, гордые своими арками и поясами. Видно, хорошие мастера строили их, и зоркий глаз наблюдал за ними. Пояснение джанкойской легенде «Султан Сале». По шоссе на пути из Феодосии в Атузы, в местности, называемой Султановкой, недалеко от греческого поселка Джанкой, душа деревня, хорошо сохранились развалины мечети «Султан Сале». С этими развалинами связана легенда, которую я слышал от атузского поселянина Абдулькадыра Закерья, Оглы. Кефеде, Кафа, Феодосия. Сабаны Хайр Олсун, доброе утро. Атара, стадо. От трава,
Ара искать. Ага, должностное чиновное лицо или вообще важное лицо. Каурма, разваренная в собственном соку баранина с картофелем, нечто вроде густого супа. Титул султана со времен родоначальника Гераев Хаджи Герая получил второстепенное значение, и султанами назывались ханские княжичи.